В общем, Венц женится на Кате Колесниченко. Я вообще в шоке от этого. Что? Вы не знали? Не, подожди, подожди еще. Серьезно? На Колесниченко? Да. Он сделал ей предложение, она не смогла устоять. Да ну это шутка, Даша. Да нет, серьезно. Да ладно, это перестань. На свадьбе погуляем, я вам серьезно говорю. Вы удивитесь, когда, знаете, Катя в золотом платье свадебном вместе с Венцем. Токарева. Нет, Колесниченко. Токарева уже все, уже неинтересно. А Катюха уже подумала, нафиг эти мужики, одни нормальные не приносят. Ты не шутишь, она согласилась прям? Да. Да я в шоке. Я уже платье заказываю на свадьбу. Хоть показать вам, нет? Даша, какое платье у меня уже смешки. Слушайте, во платье надо думать. Если платье, смотрите, как сразу. Ой, какой покиньте, да, красивый, это же мой любимый цвет. Да, сейчас отдайте вам платье. Обожаю, тут вообще, я бы себе одежду только такого цвета. Вот такое вот, я просто выбирала, не могла выбрать. Вот либо такое вот, разрез там все, как полагается, да. Либо, сейчас я покажу. Да, это мне тоже пойдет. Я, короче, обувь взяла, на всякий случай. Смотри, мне жалко. Кстати, правда, вам правда хорошо, Ирина Александровна. Ну, я могу вам дать погонять. Реально красиво, мне нравится. И, вот, и вот такое, смотрите. Не, ну это твой стиль, мне точно не пойдет. А вот это мое. В общем, короче, я думаю. Даша, короче, ты себе бери то, а это ну, я могу сказать, где я взяла. Да? Да. Ну, давай. Давайте, сейчас я вам покажу. Хотите? Даша, нет, это реально красиво. Да? Цвет такой, знаешь, солнечный. Солнечный, очень да. Кружавчик такой. Сейчас я покажу вам. Просто я по магазинам, знаете, что я молодая мамочка, по магазинам я уже не хожу. Я вообще не заметила, чтобы ты по магазину ходила. Смотри, пакет. Я уже, знаете ли, блондинка, не блондинка, а шарю в моде. Очень красиво. Уже давным-давно все покупают через Купи VIP. Я стала членом клуба. Слушай, а я что-то видела такое в интернете. Да, смотрите, я сейчас вам покажу. Я как раз сейчас, кстати, сапожки подбираю себе. Или туфельки, я не знаю. Если голубенькая, то сапожки. Здесь можно все купить. Даже нижнее белье. Все, что угодно. Да ладно. Да, сейчас я вам покажу. То есть моя мечта. У меня нет времени абсолютно. Слушай. Сейчас вам покажу, что я, какую я обувь выбираю себе. Сейчас я все найти бы. Вот. Да, аж ремешки, до 70% скидки, ой, да какие, до 90% скидки. Здесь можно полностью образ, знаете, вот когда сомневаешься, там, подходит ли это пара обуви, допустим, к этому платью. Там даже есть, ну, целый комплект, когда уже стилисты. Помнишь, мы перед Новым годом мучились, да, искали платье себе. Вот. Да, сюда зашел. Красота. Вот такие ботиночки красивые. Слушай, для нашей деревни как раз смотри. Да, в общем, купи VIP, я вам могу сказать, это просто бомба. Это... Ты не расскажешь, да, как там регистрироваться? Да, здесь просто нужно зарегистрироваться, все очень просто. Заходишь, регистрируешься и выбираешь все, что тебе нужно.